Короче говоря, я не взяла с собой штатив, поэтому, возможно, у меня трясутся руки, так как я спускаюсь по лестнице. И сейчас я поеду в китайское посольство. А еще на самом деле у меня пары. И более того, у нас ПК. Мы нашлись пару добрых учителей в нашем лицее, которые все-таки позволили мне написать ПК потом. На самом деле, сегодня у меня очень тяжелый день. И, в общем-то, да. Я уже приехала домой, и вы могли задаться вопросом, зачем я ездила в китайское посольство. Дело в том, что где-то месяца три назад я участвовала в конкурсе «Китайский мост». Ну, к сожалению, не одержала там победу, но нас все равно наградили. И сейчас я решила вот этот вот пакетик с вами распаковать и показать, что там. И первое, что у нас тут есть, это грамоты. Я этому очень рада. Но есть еще один приз. В общем-то, просто здравствуйте. Я, конечно, ожидала, что у нас будут какие-то призы, но чтобы нам подарили телефоны. Те, кто учит китайский, возможно, они знают вообще, что это за конкурс «Ханьюйди» — «Китайский мост». И я просто безумно благодарна, что у меня была такая возможность, был такой опыт. Вот. И, собственно говоря, да, теперь я подарю его маме. Ну и на этом все. У меня сегодня еще очень много дел. Мне сейчас нужно писать мои ПК, потому что я поехала во время своих пар, во время ПК. Мне нужно сейчас их написать, мне нужно доделать домашку по английскому, и я поеду на английский. Просто посмотрите на мою челку. Я надеюсь, что у меня будет возможность опять же поучаствовать в этом конкурсе, потому что знаете что? Я могла выиграть, я могла набрать баллы. Просто я жестко ступила, и, собственно говоря, получилось то, что получилось. Вот. Но я все же безумно рада. И, в принципе, давайте уже перенесемся в будущее, когда я сделаю все свои уроки и напишу ПК. В общем, на часах уже где-то 12 часов. Я уже написала ПК, покушала, подкрасилась получше. И сейчас делаю английский, потом поеду в английский центр, потому что у меня урок. И на самом деле я болею. Если вы спросите, типа, если я болею, то зачем я хожу куда-то, то все просто. На самом деле у меня просто нет времени сейчас болеть, так как я в 11 классе, да, можно сказать? Типа я второй курс лицея, это 11 класс. Вот, и то есть мне скоро поступать, у меня просто нет времени болеть. Вот, но это не коронавирус. Я держу дистанцию с людьми, соблюдаю все меры, как бы, безопасности. И реально, это просто... У меня слабый иммунитет, и к тому же сейчас похолодание, поэтому вот так вот. Собственно говоря, да, сейчас я доделаю английский, и мы с мамой поедем на английский. В общем и целом, я уже дома. И я не снимала все это время, потому что мне реально было плохо. То есть иногда я даже не понимала, что учитель говорит даже на русском. Вот, так что такие дела. И после урока по английскому мы заехали в KFC, купили еды. Сейчас я покушала, и просто, знаете, вот кто-то кушает, чтобы жить, а я живу, чтобы кушать. Потому что, ну не знаю, теперь у нас такое удовольствие. И сейчас я снова... Ну, не полна энергии. Ну, в общем, у меня есть достаточно энергии, чтобы просидеть мой урок по китайскому, который сейчас будет. А вот так будет реальность. Почему-то я выгляжу какой-то мега больной просто. Вот. И сейчас я буду писать эссе, потому что утром я пропустила пару пар. И по одной из них у меня была как раз-таки ПК, которую я не написала, поэтому сейчас мне нужно ее написать и сделать некоторую домашку на завтра. Ну и на этом все, дорогие друзья. С
Спасибо за просмотр. Ждите новых роликов. И пока!